Ну что же, близнецы, настало время гороскопа для вас. В личной жизни, ну, полный кавардак. Но ничего, со временем все станет на свои. И нужного человека найдете, и дела важные сделаете. А дел у вас тоже по горло. И на работе, и дома. Кстати, про горло. Остерегайтесь переохлаждения. Вероятность простудиться есть, несмотря на летнюю погоду. И помните, весь бардак в голове уляжется ближе к субботе. На выходных вы заслужите полноценный отдых. Я пока что прощаюсь с вами. До новых встреч, близнецы!